Итак, друзья, всем приветик, это снова Латуха. Раз вы меня видите, значит, видео на канале продолжаются, не глядя на то, как отпуск старался нам это все испортить. Если кто, хоть кому-то, хоть капельку интересно, рассказываю. Мы сначала умудрились, приехав, попасть в погоду, когда на море идти не хочется. Потом мы умудрились простудиться. Потом сгорели на солнце, причем все. После этого подцепили половина из нас ротавирус или что-то подобное, с чем сейчас будем разбираться в поликлинике. И поэтому половину тестов сделать не успели. Соответственно, на канале будут уже потом тесты, сделанные не на море, а в Финском заливе, поскольку Питер все-таки, считай, почти на море. Финский залив ведь похож на море. И поэтому некоторые видео претерпят изменения. Но я надеюсь, как-нибудь смешно смонтирую, может быть, получится интересно. Но если не получится интересно, значит, ля-ви, ну, хотя бы действенно. Это уже самое главное. Потому что, например, в 63.00 аппарат меня очень порадовал. 98.00 Pro тем более, потому что спустя 2 года он все еще держит воду. Но остальные, ну, как проверим, так узнаем. Не буду заранее загадывать, держат ли они воду или нет. Увидим в результате тестов. Кто не понял, сейчас идет запись с аппарата 99.00. Не Pro. Потому что, как мне кажется, аппарат с самой лучшей камерой пока из всей линейки Blackview. 63.00 не намного хуже, но 4К мне нету, поэтому хуже. 99.00 умеет писать 4К видео, поэтому он для меня в приоритете. Ну и сейчас побегаю по всем делам и начну дальше делать видео. Сейчас уже в рюкзаке вон куча посылок, поэтому скоро на канале все будет. Так что, если кому интересно, ждем. Кто заскочил случайно, но заинтересовался, само собой, подписываемся и ставим пометочки в виде колокольчиков. Тогда вы будете узнавать о грядущих видео в числе первых. Ну а кому это не интересно, ну извините, значит, просто зря потратили 2 минуты вашего времени. Всем спасибо, это Латуха на канале Атлантфит. Скоро будут видео. Всем пока. Друзья, всем привет, кто это все-таки увидит. И я сейчас могу рассказать, что в отпуске у нас было, конечно, не супер. Мы умудрились все проболеть. То есть мы простудились, это раз. Сгорели на солнце хорошенько, так это два. На цифре 3 у нас, возможно, ротавирус, может, еще что-то. Короче, было весело, но мы выжили. Видео продолжаются, все будет хорошо. Сейчас на почте забрал несколько посылочек, он... Целый рюкзак уже набит по самому. Поэтому все на канале как было, так и будет. Скоро будут распаковки. Когда мы оклемаемся, пойдут дальше тесты, потому что не все, что хотели протестировать, мы протестировали. Значит, переносим некоторые вещи с моря в обычную пресную воду. Ну и, как говорится, если вам это интересно, ждем. А если кто спросит, чего ждем, то я продолжу. Тестов аппаратов, которые еще не были хорошенько так утоплены, поскольку Питер тоже, считай, на море, поэтому без проблем.